Только так, песок, да? Значит, тут песок. Где песок ты? Мем года. Так, давай тогда, раз осталось у тебя менее 4 минут. Арти, а тебе вообще как под храмом сиделось? Везде вода, потому что никого не найдешь. Всем привет! Сегодня будут прятки блоков, суть которых в том, что я вместе с подписчиками превращаемся в блоки, и один человек нас будет искать. Сегодня у нас будет все в стиле Майнкрафта. В основном на этой карте имеется огромный биом пустыни, небольшой кусочек земли и небольшая речка. На самой карте есть два колодца, вот таких, небольших. Также есть вот такой тростник, и на всей карте разбросаны вот такие кактусы. Можно превратиться в зеленый блок и стать частью кактуса. Тоже неплохая идея. Также на карте расположены две пирамиды. Вот такая пирамидка номер один. Можно залезть внутрь тут где-нибудь спрятаться. И еще есть точно такая же вторая вот здесь. Также колодец находится тут. Вот этот мой домик, так сказать, в него можно зайти, и тут есть кровать. Тут тоже можно превратиться в своеобразные блоки и как-то спрятаться. На самой карте в деревне тут два таких блока. Также имеется кузница, которую как раз-таки и построил Кримсон. Так, в ней есть лава, тоже я не знаю, как это тут можно превратиться, и сундучок. Можно зайти внутрь. Вот такая кузница, и вот домик, который строил Сондер. Типа коттедж, в него тоже можно зайти, тут есть кроватка и все такое. Декора тут я сразу, да, скажу, мало, так как у нас все прятки блоков. Сегодня у нас прятки блоков, поэтому нету никаких скосов, чтобы можно было без труда становиться блоками. И это у нас будет такая первая карта. Ну а теперь подробно такой небольшой туториал, как превращаться в сам блок. Включаем. Сначала кушаем синюю конфету, после чего нужно сесть на обыкновенный стул. Далее удалить и снова его поставить. Не обязательно это делать быстро. Любое время. После чего мы превращаемся в супер мелкого человечка. Далее нам нужно снова поставить стульчик и сесть на него. После чего поставить внутрь себя тортик таким образом. И далее поставить блок, в который вы хотите превратиться. После чего удаляем стульчик и размораживаем конструкцию. Вот мы и блок. Теперь можно краситься в любой цвет и прятаться на фоне. Это, на этом все. Удачи. Вот такой был туториал. Так, искать на первой карте у нас будет кибер. Так, мегапушку тебе нельзя. Возьми только то оружие, которое я тебе предоставляю. Это пистолет и меч. Все блоки, подходим ко мне. Блоки, блоки. Люди к розовому блоку, который у кактуса огромного. Ой, блин, какая армия кубиков. Ой, так смешно выглядит вообще. Так, давайте я сейчас тогда закрываю стенку. Готовимся прятаться. Ой, блин. Чай. Кибер, я отключаю тебе звук, чтобы ты нас не слышал. Потом ладно, я его тебе включу, когда надо. Так, все, мы отключили кибера. И вот мы, армия кубиков. Он нас не слышит. Так, ну а теперь просто берем, копируем цвет и быстренько прячемся. Давайте, 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 разбегаемся, армия кубиков. Я даже не знаю, где мне спрятаться, если честно. Чтоб меня кибер не нашел. Так, я думаю, мне поможет вот это здание. Так, ну я думаю, кто-то обязательно на кактусе. А, я даже знаю, один челик на кактусе спрятался, потому что его цвет совсем не совпадает с цветом кактуса. Вот, блин, тут два челика взяли, спрятались на вершине вот этой пирамиды, и кажется, как будто эта пирамида, это цельный блок там стоит. Типа, они изменили полностью эту структуру. Там не было этой верхушки, они типа вдвоем встали на верхушку, на этой и на той. И кажется, как будто реально верхушки у пирамиды появились. Реально, блин. Только они прыгучие какие-то. Так, все, ищи. Я ему написал. А, вот и злобный кибер. Кибер, у тебя 20 минут, чтобы нас найти. Я отключаю тебе звук, чтобы ты нас не слышал, а то я буду всех палить. Все, я отключил ему звук, он нас больше не слышит. Так, кибер сразу же моментально нашел блок номер один. А, Майни имеет дырку в центре. И он сразу спалил. Думает, что там должна быть дырка.
у блока. А тот блок сразу убежал, который на другой пирамиде стоял. Да. У блока. Бер. И Бер, он рядом. Я бы подумал, меня заметил. О, он чекает сундук. Алмазы нашел, наверное. Блин, осторожно, реально. Ой, блин, он кактус ломает. Он понял, что там что-то не так. О, сондеры нашли. Опа, все, сондер, рассетайся по-честному. О, он сейчас будет по всем кактусам шмалять. Ну, хороший успех. Он взял за 3 минуты, уже двоих нашел. Помогите. Помогите. Ты торчишь сильно. Ты сильно очень торчишь. Тебе заметно. Ладно, пусть он думает, что это просто баг. Пусть он думает, что это баг. А, ты забыл анчор добавить. А, да. Кстати, анчор нельзя было включать. Почему? Потому что... Я вот думаю, он меня нашел или нет? Как это считать? Может, он просто подумал, что блок двигается. Он бы меня замочил. Я считаю, он не нашел. Да, он просто подумал, что блок двигается, наверное. Нет, но если бы он бы меня обнашел, он бы меня бы из пистолета стрелял, пока не уничтожит. Вообще, кто где спрятался? Я возле речки. А, там, где речка, вообще очень много блоков находится, и там легко спрятаться. Я еще даже проверю, какой у них ты. Ой, ты мне будешь долго искать. Я нашел! Я рядом с тобой могу блок покрасить, давай. Вон ты. Убери. Я просто понял, потому что я выделяю вот так все и вижу. Ах, ну когда я буду искать, я не буду этим пользоваться, конечно. Я не буду, честное слово, можете на записи посмотреть. Так. Монтаж придумали в каком-то там году. Тем временем ты. А, ну ладно. Он сейчас будет весь берег долбить. Нет, да что? Ладно, ну, он один блок только сломал, ему уже все достало это. Прошло 5 минут, он только 2 человека нашел. Ну, в принципе, это, конечно, неплохо, но найдет ли он еще людей? Так, я нашел тебе ух. Мне надо сейчас подвинуться снова. То... Ну, наверное, подумал, что тут просто блок без фиксации стоит. Блок, который выходит. Я не хожу уже. У тебя ноги торчат. Да пофиг. Тебе надо было на 0,05 там пройти. Давайте я попробую убежать, что ли. То как-то скучно. Нет, я тебе не рекомендую. Запрещено. Что? Запрещено же. Просто бегать. Я же не от него убегаю, я просто бегаю. Там мне ничего не видно просто. Можно? Это еще хуже место. Я уже понял. Помогите! Где он? Там долбит сундук. Он наверху. Только не иди. Ладно, ладно. Он отвернулся. Он идет в следующий дом. Помогите, я спрячусь где-нибудь. Так думаю, я вот тут спрячусь и буду не... Ладно, я тоже к речке спрячусь. Я вообще думал, все будут у речки прятаться. Слишком убогое. Я сначала хотел ставить блоком стену, но потом подумал, что слишком парено и решил стать песком. Блин, реально, у меня до этого было очень крутое место, не знаю, зачем я туда вылез. Он бегает по всем домикам. О, он опять в кузницу зашел. Такой смотрит, а тот блок без фиксации куда-то пропал. Блин, он к берегу подходит. Нет. Да, просто мне интересно, он увидит огромный торчащий блок. Он по-другому стреляет. Хорошо, что я блоки так неровно поставил. Опа, он нашел Купаса. Купас найден. Реально, все у берега почти спрятались. Так, минус Купас. Ой, блин, он прям рядом со мной. Помогите. Он пол ломает. Бежать. Меня тут не было. Меня не было. Меня нету. Меня нету тут. Я буду бегать. За мной бежит. Я в окно занес. Бежим от моря. Я спрятался в лаве. Он не понимает, что в лаву можно было залезть. Он меня потерял опять. Ну ладно, я уже знаю, я проиграл. Я купаюсь в лаве. Я под лавой. Смотрите, я еще буду подкоп делать. Я сделал подкоп. Смотрите. К сундуку. Так, я вам сейчас включу звук. Поймать не хотел. Я тебя нашел. Да ладно, ты меня... Да, реально, ты меня нашел. Первый раз нашел. Я начал смотреть на размеры блока. А, ну там я немного накосячил, кстати. А если будешь меня бить, ничего то я... вообще-то. Я не буду мирным. Так, ну, знаешь, я тебе... Давай, дай тебе подсказку. Давай. Нет. Обыщи берег. Стоп. Нет. Я уже нашел. А, это я накосячил, если честно. Нет, а я посмотрю. Ну, я тебе о чем? Ну, реально, один на берегу, а другой я даже не знаю, где, если честно, спрятался. А, я увидел, где Кизрум спрятался. Он даже в чате написал. О, неплохое место, кстати.
Блин, зачем я это такие щели оставил? Ну ладно. Ну, Кизрум, да, неплохо спрятался. Я думаю, ты его даже не найдешь. У тебя осталось, кстати, 6 минут. Так, давай тогда, раз осталось у тебя менее 4 минут, то я просто взорву лишнее здание. Что же остается? Да хватит все кактусы тыкать. О, домик разрушаем. Подозрительный блок, да? Ой, не стреляй рядом со мной. Ага, в этом блоке никого не было. Так, ну ладно, ты проиграл. Я сейчас покажу, где они были. Сказать? Вон в этом доме они были, смотри. Вот один в этом доме, видишь? Смотри. Идем покажу. Вот тут сзади, видишь, блок висит. Сейчас я даже вокруг покрашу. Даже. Вон. Да. Вон там он спрятался. Пошли, покажу, где второй. Рядом со вторым тоже покрашу все. Где ты? А, он вылетел. Он вот тут, смотри, вот тут такой блок стоял, он там был. Ну, понимаете, здесь нереально невозможно найти. Ну... В карте, которая будет прямо сейчас, вообще невозможно найти. Сейчас я проведу краткую экскурсию по второй карте, которая, кстати, строилась, которая реально выглядит очень эпично, очень красиво, и там, блин, столько мест, где можно спрятаться, и столько механизмов, столько механик, что вообще там. Короче, там круто. Начнем. Вот карта без всего, без воды, то есть здесь имеется такой берег. Кстати, вот обратите внимание, такой красивый. На нем можно прям вообще много где спрятаться в виде кубика. Также тут в самом океане есть очень много вот таких всяких растений. Коралл. Только на этих кораллах, блин, только и можно спрятаться. Вот такие есть затерянные руины. Вот, смотрите. Вот это, кстати, вот этот домик затерянного руина строил Сондер. И монумент мы с ним строили. Все остальное я строил. Дальше. Тут есть магма-блоки вот такие. Знаете, как они, я их прикольно сделал. Типа лава, у них пузырьки идут. Также сам океанический монумент. В нем, блин, вообще столько мест, где спрятаться, потому что, смотрите, сколько тут разноцветок, всяких бликов, вот, это все такое. Также внутри тоже можно где спрятаться. Ну и самое важное, что здесь будет, это вода, которая как раз-таки крашивает сервера. Но перед тем, как я запущу эту мощную машину... Смотрите, вот этот корабль я строил, как сказать, 40 минут. В нем вообще прям очень много чего. Видите, какие скосы, все это. Это пиратский корабль. Вообще, вот это я очень, да, его очень долго я строил. Также можно залезть внутрь. Его, правда, немножко затопило. Я не знаю почему, ну да ладно. Ну, он и так должен был потонуть, но ладно. Пусть будет. Ну, не суть, короче. Немножко водой залился, да. Кстати, тут есть Стив такой, которого я уже очень давно сделал. Я его решил сюда поместить. Он вообще не доделан, у него механизмы именно. Такой Стив на лодочке. Я сейчас покажу, как он будет плавать. Вот так он выглядит с водой. У воды есть огромная особенность. Сейчас я покажу. Блин, как же жестко лагает с этим. Блин, реально. Так, первое, что есть у этой воды. Она может подниматься и опускаться. Есть вот типа механика прилив-отлив. Вот так вода поднимается и опускается. На воде имеется корабль, вот. Он так плавает тоже, типа. И вот Стив, который летает, ну ладно. Ну главное, что он тут плавает. Вот так он будет плавать. Поднимать всем настроение. Под водой видимость, можно сказать, нулевая. Я сделал по-особенному. Поэтому в ней... Мы видим только ближайшие, как сказать, 5 блоков. Дальше у нас не видно, как это бывает, когда ты под водой. Вот, тут типа плохо видно, и вообще это очень смотрится очень красиво. Типа вот ничего не видно, как под водой. Сверху можно вот так понаблюдать. Тоже красиво смотрится. Так, ладно, тогда...
На этой карте у нас будут искать два человека, потому что один просто тут никого не найдет в такой гуще. Везде вода, потому что никого не найдешь. Значит, под водой вообще очень красиво. Так, ладно, искать буду я и Купос. Нет, реально, тут на одном корабле только прятаться можно. А там еще и монумент есть, и еще видимость нулевая. Кораллы. Тут как минимум 3 человека, 4 прячется. Давайте так. Блин, реально, мне так нравится вот этот эффект под водой. Так, прячьтесь на карте в течение 1 минуты. Я вам даю 1 минуту. Давайте, бегите кубики в воду. Давайте, или на корабль. О, блин, как прикольно вы падаете. Так, ладно, я не буду смотреть, чтобы... А, ну давайте, кто хочет на корабль, идите. И так вам вас там не найти. Так, кто хочет в океанический монумент, кто хочет на корабль. Ладно, я смотреть не буду. Так, ладно, думаю, мы будем начинать искать. В атаку! Давайте. У нас есть, знаете, сколько? Давайте, так, у нас карта большая, так что я дам нам 30 минут на ваши поиски, наверное. Так, на абордаж, на корабль. Наверняка кто-то спрятался. Сейчас я все мачты обстреляю сначала. Купос, давайте, кто-то идет в море, кто-то куда-то. Так, давайте захватывать этот океанический монумент тогда. Ой, блин, как же тут вообще ничего не видно. Все-таки лучше нам будет 30 минут. Вообще, блин, такая видимость нулевая. Стоп, а это какой-то бог странный, если честно. Или это мой? Я не на корабле. Стоп, Опа-на! Кто этот беспалевный челик? Он тут был, он убежал, так нечестно! Я тебя нашел! Кто рядом со мной стоял? Я челика нашли и потеряли. Да и стрелять тут не получается как-то. Пули застревают в воде. Из пистолета тоже не постреляешь. У нас вообще тут оружие не работает. Ой, блин. Пока что прошло 5 минут, а мы даже никого не нашли. Ну, нашли одного челика, ну вот он, как сказать, убежал от нас. Нашел и убил. Кого? Кто это был? Я не знаю, кто это. Под водой вообще ни звука не постреляешь, скипетром не постреляешь. Стрелы остаются. Вообще это не вода, а просто куча пластика прозрачного. Ладно. Если мне подышать свежим воздухом. Ну, а, кстати, если камеру вверх поднять, то всех видно очень хорошо становится. А, ну да. Но это недоработка вот этой, кстати, воды, потому что она как бы работает так, что я сделал так, чтобы только от прослойки такое работает. А тут сверху прослойки нету, поэтому все видно. Вообще подозрительный блок так сложно найти. Что же это за блок, который стоит так в сторонке? А ну стоять! Это Гримсон, все, я уже понял по крыльям. Я же помню, я в сторонке никого не ставил. Тоже убежать хотел. Я еще, похоже, кого-то убил там. Еще кого-то? Так, получается, мы в общем нашли 3 человека, да? Ты нашел 2. И я 2. Ну только одного я упустил, так что я нашел 1. Значит, остался на карте только 1 человек. Да, карте ты нашел. Кто это? Мне кажется, это Сондер. Ой, блин, а Сондер это тут сложно будет найти, наверное. Он же видел карту. Нет, у вас 2 человека живут. Нет, у нас 1 человек живой. Ну я просто еще живой. Да? Да. Стоп. А, значит, одного. Стоп, это не ты тот человек, который от меня убежал? Ну, нашли-то мы, получается, 3, но убежали они. Что за путаница? Сондер, дайте подсказку, где вы. Или я сам буду. Смотри, если разделить часть между кораблем и монументом, то я в правой части буду. Так, если разделить расстояние от монумента до... Я в правой части монумента. Стоп. Сверху, если посмотреть, где корабль и где монумент, и по этим подделить карту, то получается, я в правой части буду. Ну, я так же, как карте. В смысле, с какой стороны смотреть? Ну, реально, где вы спрятались? Ну, такой карте вообще где угодно можно спрятаться. Он ближе. Давай, к берегу. Давай, спали Сондера, спали, пожалуйста. Он ближе к берегу. Зачем? Ну, все, удаляюсь, друзья. Все. Хотите спали Сондера? Слышишь, я тебя сейчас спалю. Не, пожалуйста. Он ближе к берегу.
Зачем? Ну все, все, все. Так, ближе к берегу. Смотрим сверху. Он сейчас наверняка двигаться начнет. Зачем я это ему говорю? Так, ладно, я принял решение. Нам можно использовать динамит. Ну вообще-то такое уже было с кибером. Не надо, дядя, не надо. Ага. Ах, вы мой монумент взрываете. Как он тут поглопнул. Он где-то у берега. Я чищусь это. Ну, мне костюм сломали, а так, в принципе, ж не нашли. Костюм сломали? Проблема. Главное, не нашли. Главное, что меня блоками присыпало. Может, мы вообще в монументе? Нам надо воду убрать. Вода очень неудобно. Меня там со стороны... Так, если тут все состоит из пластика, а пластик горит, то можно воду поджечь. Где? Реально. Можешь взять хоть на замену, просто никак не получится у меня. Где они? Знаешь, что я там лежу, отдыхаю? Ой. Кримсон, а ты чё это, не может, помогать? Может, там где-то внутри карты? Кримсон, ты ж вроде за меня. Ты это, текай оттуда. Реально, не найдёшь его. Я думал, он где-то вот тут внутри, поэтому я туда сейчас залезу. Мне за тебя весь мир сожгли, ты знаешь? Сколько осталось? Осталось 7 минут. Он просто где-то лежит. Я как страус в песок. Так, песок, да? Значит, тут песок. Где песок ты? Мем года. Сколько осталось времени? Еще 6 минут. Давайте я в тю карту могу. А у тебя таймер включенный? Нет, я по времени смотрю. Ай, короче, ух. Короче, предупреди. В части, где храм. Да. Ах, вы обманщики! Просто мы весь сказал, берег пережили. Подыграть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, опасно. Ой, опасно. Блин, а как я сразу не понял? Блин, Стин, ну меня сейчас вообще, я тупо без блока. Ой. Вот теперь я могу убежать. Мы найдем вас. Не переживайте. Все, кажется, меня наш. Блин. Я опять встрял. Давай помогу. Зачем? Нет, реально, надо строить такую маленькую карту, которой невозможно прям так уж хорошо спрятаться. Ребят, спасибо, что перепрятали меня вообще на спавн. Я вам очень благодарен. Но я уже не там. Я тут. О, шикарно, у меня домик есть. О, давай помогу. Ты... Блин. Я домик... тебе что сделать, чтобы вас найти. Я считаю, ну это, ну не-не-не-не. Тикать. Ну это да. Все, поехали. О, надоел один пус. Арти, а тебе вообще как под храмом сиделось? Так это он убежал под храм, так я же его нашел. Кто? Тебя. Кто? Ты, блин, Арти. Почему я? Потому что ты! Только ты мог убежать так. Ладно, думаю, можно считать, что мы вас не нашли, потому что... Но это тоже было нечестно, то, что вы там куда-то под карту спрятались. Давай сейчас загрузишь, я покажу, где я был. Хотя, нет, на видео. Я покажу, где я был. Миниатюрный арт. Ай. Крутой фарш пустился. Ладно, наверное, в следующий раз... У нас будет карта поменьше, и где можно будет поменьше прятаться. А то в воде реально ничего не видно, и никого не видно. На этом будут заканчиваться эти прятки. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.